Давайте, на счет три. Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Той Фредди и Супер Марио и многое другое! И да, ребят, на канале уже почти 160 подписчиков. Я вам сильно благодарен. И в честь этого я решил... Ну, помните, короче, я взрывал в подпрошлом видео Фокси? Ну что ж, теперь я буду взрывать Бонни! Сейчас я вам его покажу. Та-дам! Да. Конечно, он так смешно выглядит. Слегка. Вот, смотрите, тут... Это как будто его как бы передние зубы, это еще зубы. Вот. А внутри этого зомби... Бонни, то есть, находятся уже всякие враждебные мобы. Тут всякие монстры, все такое. Конечно, как же без главной части? Вот тот сам Боняха. И Крипер прошел сквозь этого нашего Боняхи. Ладно. Ну, давайте сейчас я опять застрою. Вот. Я его тоже буду сегодня взрывать. Он, мне кажется, чуть больше будет, чем Фокси. Да. Тут очень много блоков. Я его тоже буду взрывать. И будет, наверное, мега-взрыв. Да. Ну что ж, а перед тем, как я взорву Бонни, пожалуйста, поставь лайк. Вот прямо сейчас. И подпишись на канал. Нажми на колокольчик. Ну, ради тебя же старались, все такое. Ну ладно, давайте приступим к самой главной части этого видео. Посмотрим, кстати, выживет ли тот Бонни. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Бежим, 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 бежим. Я свободу. Ой, не выдержит. Ой, сейчас не выдержит. О, слава богу, выдержал. Ребят, ну смотрите, это все, что от него осталось. Я снес половину горы. Офигеть. Даже лучше, чем Фокси. Офигеть. Да. Круто получилось. Так. Тут даже уголь есть. О, тут опыт. Вот это все, что осталось от горы. О, тут какое-то дерево. Он даже дерево взорвал. Офигеть. Это тропическое. Офигеть. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. И скажите, какого моба мне... Какого персонажа ФНАФ мне еще взорвать? Ну или моба. Ну что ж, всем удачи, пока!